Приветствую, друзья и гости канала Серебромания. Сегодня на обзоре у нас интересный лот. С человеком, который мне прислал его, я познакомился на eBay, но купили мы этот лот, я у него купил, оплачивая вперед без eBay напрямую. Тут ровно 10 килограмм монет экзотики, экзотические монеты. И тут экзотических монет много, и соответственно я буду откладывать или выбирать только интересные, только те, которые меня заинтересуют себе в коллекцию или для продажи отдельно. Остальные монеты, я так понимаю, я также продам чуть дороже, чем обычные наборы. Ну давайте начнем потихоньку высыпать это все и смотреть. Ого, смотрите, уже треугольные монеты даже попались, вот это чудеса. Прежде чем мы начнем обзор экзотических монет, у нас 10 килограмм, сейчас будет перебор. 10 монеток я отобрал сразу, и эти 10 монет мы сможем разыграть, если это видео наберет 200 лайков за сутки. Если видео наберет за сутки 200 лайков, мы разыграем эти 10 монет среди подписчиков канала Серебромания. А это что такое? Гамбия. 1 шиллинг. Вот прям экзотика-экзотика. Такое мне не встречалось. 1966 год, Замбия. Давайте-ка отложу себе. Такой треугольник однозначно нечастый. Смотрю, 2 доллара. Интересно, что за страна. Кук Айсланд. 2015 года. Ну, монетка неплохая, но утертая уж очень. Давайте я так чуть крупнее сниму, чтобы вы тоже видели. Да, забыл сказать, тут примерно 1 килограмм еще он мне намешал монет, которые простые. Обыкновенные европейские мелочевка. То есть 1 килограмм тут намешанный. Я думал, он пришлет отдельно, но мы друг друга не поняли, он его объединил. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, какая Бермуда. 1 доллар с кораблем. Тоже думаю отдельно. Из того, что вот я сейчас вижу, вот я сейчас вам покажу еще что-то интересное. Смотрите, какая монетка. 2 цента, судя по всему. Альберт Тауэр. Остров Мэн. Да, монета хорошая и интересная. Еще смотрите, какая монета. Барбадос. 2009 года. Очень неплохая патина. Очень красивая монета. Тоже отложу куда-то к своим. Вот здесь вижу, по-моему, монетки эти Пакистана. Они мне очень нравятся. Они не очень дорогие, но очень симпатичные. Почему-то мне их лидер, вот этот Пакистана, нравится. Видимо, если я, конечно, не ошибаюсь, и если это Пакистан. Смотрите, какая красивая монета. Однозначно отложу к себе куда-нибудь. Вот еще одна монета, тоже из этой же серии, мне кажется. Но могу и ошибаться. Не знаю, что за страна. В общем, сейчас будем смотреть дальше. Ну, что сказать, пока мне все нравится. Редких монет много. Есть и простые, все, как бы много тут таких попроще. Ну, к примеру, вот не знаю, 100 долларов мексиканских, понятия имеет, дорогая или нет, пока отложу. Во, вот это точно интересная монетка. Одна патака, это Макао, 2005 год. Монетка классная, да, я думаю, что эту монетку тоже надо отложить. Я, конечно, оставлю много экзотических монет, но надо проверить, вдруг что-то интересное там такое, что мне для коллекции, например, пригодится. Еще одна монетка, Джерси, остров Джерси, 10 пенсов, 2014 года, неплохая. Вижу остров Мэн в очень хорошем штемпельном блеске, 2004 год, с этой стороны, вот смотрите, какой-то мемориал какой-то. Красивая. Так, еще одна такая пятерочка, которую мы уже одну нашли. Ну, я одну себе тогда отложу, а вторую, наверное, положу тоже в общую кучу. Из того, что я сейчас вижу, вот смотрите, какая еще интересная монета. Я не знаю, что это за страна. Ага, рупии. Скорее всего, Индонезия. 500 рупий индонезийских. Да. 1992 год. Очень в неплохом состоянии. Очень неплохая. Давайте смотреть, что еще тут такого может быть интересного попадется. Ну вот, 10 центавос. Сальвадор, республика. Ну так, монетка. Я еще буду промежуточно куда-то откладывать. Вот, смотрю, хорошая монета. Восточные Карибы.
2000 года доллар корабль такой. Ну, однозначно откладываю куда-то к ценным. Вот еще мне нравится, я не знаю, что это за монета, первый раз такую вижу, смотрю, какой-то флаг, какое-то здание. Что за страна, непонятно. Ну, на то он и экзотический лот, что здесь много чего будет непонятного. То есть я понятия не имею, что за страны и что за цены на эти страны. Я не думаю, что здесь что-то будет дорогое. Тут человек, который перебрал, очень такой шустрый в плане, но хорошего он тут оставил много, я так понимаю, потому что он хочет, чтобы я у него постоянно покупал. Вот еще одна такая монетка, которую мы нашли, опять Пакистан, это даже в качестве лучше. Ну вот я одну, наверное, себе оставлю, одну кому-нибудь предложу. Вот эта монетка Иордания. Чуть утертая, но вполне возможно, что может оказаться ценная. То есть буду раскладывать на две кучи. Одна куча, которую я точно отложу к себе, наверное. А вторая куча, это, скорее всего, будут монеты, которые можно будет чуть дороже, может быть. То есть, короче, несколько куч у нас будет, судя по всему. О, остров Мэн, смотрите, какая. 1 цент. Еще одна такая же. Еще 1 цент остров Мэн. Ну, что сказать, много экзотики, много. Вот это, ага, это не остров Мэн, это что у нас такое? Это у нас Ямайка. В очень неплохом качестве, очень неплохом качестве Ямайка. Что еще я такое увидел? Так, Каймановые острова 99 года. 25 центов, судя по всему, симпатичный кораблик. Такая вот индийская, но не знаю, наверное, не ценная, пока положу в сторону. Давайте еще пороемся, может что-нибудь еще посмотрим. О, вот монета Руанда 2003 года, очень такая неплохая. Такое не встречал, тоже можно будет отложить. Отложить однозначно, потому что такая как на юбилейную похоже. Вот это кажется Барбадос, я могу ошибаться, но по-моему 25 центов Барбадос. Точно, 25 центов Барбадос. Что можно сказать? Монет редких много. То есть сами по себе наборы неплохие получаются у этого парня. Я вам сейчас расскажу историю. Это он экзотический монет. Вот не знаю, что за монета, что за страна, вообще непонятно. Лошадь какая-то. Пока отложим к непонятным, будем потом сравнивать, смотреть. Это он отбирает экзотические монеты из наборов. Внимание, у него 300 килограмм, вот экзотических он из 300 килограмм отбирает монеты и откладывает. Смотрите, какая красивая, 1 мил или гуарниес, или гуарниес какой-то, Парагвай. Ну, такую я точно не встречал, тоже экзотика прям жуткая. Парагвайская какая-то монета с лидером, с созданием. Ну, в общем, в этот раз, я думаю, что у нас много чего интересного будет попадаться. Ой-ой-ой, какая рупия индийская. Прикольная, тяжелая, большая, 5 рупий 96 года, толстая. Не знаю, что это такое. Пока отложу промежуточным. То, что я не уверен, что цены, буду к промежуточным укладывать. Смотрите, какая Ямайка, $10 2015. Очень даже хорошая, очень. Пока отложим. Еще остров Мэн. Остров Мэн, смотрю, попадаются вот эти вот монетки, тоже хорошая. Так, что еще у нас? Вот, хорошая монета, не знаю, что за страна. Судя по всему, Сирия или Египет, непонятно, короче. Но какое-то здание красивое, необычное, то есть однозначно к таким, чтобы разбираться потом, что это за монета. Вот еще монетка, это что у нас? Это у нас, похоже, Таиланд какая-то хорошая. Так, ну что еще тут такого можно сказать? Смотрите, Объединенные Арабские Эмираты, копеечка с животным. Однозначно пока отложим, потому что интересно. О, еще у нас, короче, островов таких очень много получилось. Но я себе пару штук выберу, остальное все, скорее всего, таки на продажу. Вот такой вот филиппинский буйвол, 1 песо. Очень утертая, но такая красивая монетка. Очень утертая, но красивая. Давайте смотреть. Так. Красивая рупия. Сейшилы, но очень уж утертая. Красивая 5 пула.
Ботсвана 2013 года, 5 пулок. Симпатично. Я говорю, что я не рассчитываю, что я здесь найду что-то очень ценное, потому что человек, который перебирал эти все кучи, но редких или каких-то необычных монет тут будет много, я вам это обещаю, но вы это и сами сейчас видите. Панама 980 год. Так. Индонезия красивая, но скорее всего, что недорогая. Что бы еще тут такого накопать? Вот, смотрю, хорошая монета, не знаю, что за страна. Очень похоже на какую-то китайскую, но не уверен. В общем, красивая китайская. Пока отложим промежуточным. Еще одна монетка от острова Мэн. Да, тут остров Мэн, много монет, то есть попалось прилично тут. Вот я нашел какую-то вроде бы красивую монетку 22 года, Малайзия. Со звездочками. Ну, вот эта монета тоже красивая. Я не знаю, что за страна. Ага, Иордания. Ну, прям экзотическая Иордания. Смотрите, какой вид, во-первых, монеты. Я имею в виду, ну, какой формы она. Она не круглая, не квадратная, какая-то семиугольная. И плюс еще сама монетка в хорошем качестве. Однозначно откладываем. Так, еще одна такая монета, что мы уже попадались. Это, по-моему, Тайвань, скорее всего, или что-то типа такого китайское, но не Китай. Не Китай. 25 центов Тринидад и Тобаго. Класс, монетка. Красиво откладываем пока. Что еще мы можем тут накопать? 50 песос 1987 года. Чили. Красивая монета. Легкая алюминиевая монетка. Восточные Карибы. 5 центов. 1989 года. Ну, неплохая. Можем отложить каким-то интересным. Десять пенсов. Джерси. Красивая, большая, классная монета. Так, вижу 50 копеек советских, но непонятно, какой это, почему они такие белые и легкие, непонятно. Вроде бы они были желтые или тоже белые, что-то я не понимаю. В общем, смотрите сами. Кто-то просил, если будут попадаться Советский Союз или СНГ, или Россия, или другие страны СНГ, помедленнее, поподробнее показывать. Вот смотрите, специально для таких любителей именно старых СНГ-шных монеток. Ну, красивая монетка, отложу пока к ценным, не знаю, насколько ценная она. Необычная монетка, 10 песевос. Гана, 2007 год. Ну, тоже интересно, интересно. Вижу Кайманские острова. ...1990 год. Неплохая. Ищем еще какую-нибудь экзотику. Ну вот еще одна такая пакистанская, судя по всему. Эти монетки красивые, но не очень хорошие. 1000 доброс. Это Сан Том и Принц 1997 года. Таких монет тут несколько. Вы, наверное, удивляетесь, что я их не поднимаю. Они обычно металлические и ржавые. То есть, поэтому я их не очень люблю. Они могут попадаться и в хорошем состоянии. Вот эти 1000 доброс вроде бы в хорошем состоянии. Более-менее их можно отнести к таким более-менее ценным. А вот несколько штук по 2000 доброс. Вот они, смотрите, 3 штуки. Они такие немножко, скажем так,
ржавенький и, ну, такой непрезентабельный вид, не очень ценный, короче. Ну, можно пока тоже, как бы, положить более-менее ценный. Сейчас будем докапываться до интересных монет еще. Так, смотрите, 1000 Индонезия, 1000 рупий Индонезия. Такая, как на юбилейную, похоже, 2010 года. Вот красивая монетка Перу 2017 года. 20 сантимов. Вот 25 единичек. 25 центавос. Эквадор. Такая тоже экзотика. Хорошая экзотика, экзотика. То есть вообще сам набор, я смотрю, неплохой получился. Неплохой, потому что много чего интересного. Один рент. Огромный, большой, красивый. Африканский, 1977 года, неплохой. Еще доброс у нас есть. Вот красивая монетка какая-то. Не знаю, какая страна, но монетка красивая. Так, еще вам покажу монету Иордания. Красивая монета Иордания. Давайте тут еще порваемся, но я думаю, что все более-менее такое цена. О, у нас еще один доллар. Еще один доллар Бермуды. 1996 года. Ну, что вам сказать, тут столько классных монет, таких, которые можно потом дорого продавать отдельно, что я думаю, что есть смысл мне еще купить. У этого человека 300 килограмм монет, из них он где-то 40 или 50 килограмм вот таких экзотических собирает. Это мне он 10 килограмм собрал на пробу, но скорее всего, что будем мы, наверное, с ним сотрудничать, продолжать и дальше. Вот монета интересная однозначно. Классная монетка, на серебряную даже похожа. Ну, скорее всего, что не серебряная, но пока к промежуточным поставим, потом посмотрим, вдруг ценная. Еще такая монетка. Остров Мэн. Симпатичная кубинская, 10 центов. Республика Куба. Очень симпатичная. Еще 1000 доброс. Святой Том и Принц. Еще 2000 таких. Ну, таких много, смотрю. Ну, вот эти вроде и по состоянию ничего. Можно отдельно отложить и продавать отдельно. 10 япиков, насколько я знаю, Азербайджан. Тоже экзотика. Япики, или как они называются, эпики. Ну вот, я раскидал немножко по кучам, сделал небольшой монтаж, чтобы было немножко проще. Это вся куча, которая мне показалась не такая интересная. Вот она тут у нас выше. Все, что ниже, это более интересные монеты. И давайте к ним перейдем. Это Саудовская Аравия, судя по всему. Две монетки, смотрите, какие симпатичные. А потом дальше идет полрупий Маврикия. Неплохая монетка. Потом вот такие 10 копеек Азербайджан или Грузия. 10 копеек. Вот такие 10 копеек Грузия. Теперь Доминикана следующая монетка. Какая-то как юбилейная. Смотрите, я ее верногая сейчас показываю. Ну вот она вот так выглядит. На вид как юбилейная. Вот это я знаю монетка Чили. В очень неплохом таком сохране должна быть, но это не очень хороший сохран. Так, вот
такие два пенса с военными. Какие-то военные на этой монете изображены. Гибралтар 2012 года. Ну, интересная монета, то есть с точки зрения дизайна и внешнего вида. Следующее, что я вам покажу, одна квача 1992 года. Малави, страна. Но они все такие потертые, потому что там, видимо, металл не очень хороший. Вот эта монетка, думал, современная, 2003 год, но это Нидерландские Антильские острова. Тоже отложил к интересным. 100 шиллингов следующая монетка. Это у нас Танзания. Ну, Танзания вообще редко мне попадались монеты. 100 шиллингов из Танзании. Монетка называется Трисома. Трисома, то непонятно, что за страна, тоже то ли Грузия, то ли какая-то страна непонятная. То ли Таджикистан, Узбекистан, не знаю, я с такой не сталкивался. Вот монетка загадка. Какой-то орел с одной стороны, с другой стороны вот так она выглядит с какими-то иероглифами. Не знаю, что это за монета. Не могу вам точно сказать. Но тоже отложил к ценным. Несколько монет Коста-Рики. Это получше. Вторая такая же. Давайте ее просто крупно покажу. 2007 год. Коста-Рика. 100 колонис. Две таких монетки. Очень большие на вид, 10 центов в Кении 80-го года, прям огромные. Тоже мне понравились. Вот эта монетка я вам сейчас покажу, но я даже не знаю, что за страна. Даже непонятно, что за страна, ничего не написано на английском, только иероглифами. А иероглифами я не могу понять тут, что это. В общем, такая тоже какая-то странная монета, экзотическая, прям интересно. 1 рубль попался. Просто вам покажу рубль Российской Федерации 2016 года. Следующая монета у нас, я бы сказал, что Таиланд, но тут какой-то другой принц. Я, честно говоря, не могу понять, что за монета, какая страна. Надо будет еще определить и посмотреть, потому что это, скорее всего, что таки не Таиланд. И тогда это какая-то экзотика экзочная. Восточные Карибы. 5 рупий. Алюминиевые, легенькие. Похожую монетку мы сегодня смотрели. Это у нас какая-то как юбилейная, что ли, такая красивая. Не знаю, вот я вверх ногами, нет, вот так она, скорее всего, выглядит. Хотя не уверен, могу ее вверх ногами держать. Куба. Такая как юбилейная, 50 центавос. Вот сейчас вам тут крупненько покажу еще, что попалось. В хорошем состоянии попался Сальвадор. Прям в штемпельном блеске 75 года. Однозначно хорошая монетка и чуть дороже, чем другие. Думаю, что Бахрейн нечастая монетка. Штат от Бахрейн. С пальмочкой. Вот эта десяточка Бахрейн. Очень даже ничего себе. Барбадос. Такая чуть-чуть тертая, 10 центов, но тоже неплохие. Вот эта монетка с животным, с каким-то от Арабских Эмиратов. Антилопа, судя по всему. Это какая-то монетка арабская, половинка. Страна непонятная. Ливан. 250 единичек ливрисов 2012 года. Ну, такую не встречал, даже не знаю, что она стоит. Может быть, даже она как по номиналу что-то стоит. То есть, если ее в Ливан отвезти, возможно, она там денег стоит каких-то. Там, например, 3-4 доллара, к примеру, да, но это я так для примера. Красивая, 250 единичек.
Теперь еще половинка какая-то с рыбками. Что за половинка, что за рыбки, опять непонятно. Вот красивая монета попалась. Один Кордоба. Страна Никарагуа. Это у нас Республика Грузия, 1993 год. 20 единичек. Не знаю, как в Грузии называются единички, но 20 единичек. Еще Арабские Эмираты, еще антилопа, но в более приятном сохране. И неплохая монетка тоже. Очень маленькая монетка Джерси, 5 пенсов. Следующая Ямайка, 10 долларов 2015 года. Ну так, интересная, интересная. Две монетки Кении сейчас вам еще покажу. Вот красивая монета со львом. Симпатичным. Несколько монеток попалось. Сейчас я достану, не там она потерялась уже. Несколько монет Джамайки по доллару. Ямайка. 4 монетки по доллару Ямайки. Наверное, еще будут попадаться. Сейчас посмотрим, время покажет. Вот еще 500 ливрисов. Ливан. Ну, такая нечастая. Много нечастых, таких необычных и интересных монет. Много попалось тут. Что есть, то есть. Вот еще, судя по всему, Азербайджан. 2005 год, 100 единичек. Индонезия. Обычно я как бы их отношу к недорогим, но это какая-то как юбилейная 1000 Индонезия. 2015 год. Мне кажется, что тоже ничего себе монетка. Вот монетка. Скорее всего, Китай, 5 китайских рубликов, судя по всему, или копеек. Пятерочка с цветочком, красивая, мне понравилась. Вот следующую монетку, видимо, продавец случайно упустил. 1935 год, Гонконг, 10 центов. Ну, я думаю, что такая монетка дороже, чем другие. Как бы, судя по весу и по цене, она вышла вообще дешево, поэтому... Монетка классная. Сейчас я вам еще покажу крупную вот пару монеток Барбадос, Карибские острова, Филиппины и вот это вот непонятное сооружение из Малайзии. Так, вот эту кучу, то что я высыпал, мы вроде бы просмотрели. Сейчас будем переходить к следующей куче. Ну вот то, что как бы ценное, я отложил, и то, что думаю, что это будет более-менее неплохое из первой кучи. Ну, самое ценное, я так понимаю, это вот эти треугольные 2 доллара от острова, от Cook Island. По-моему, очень такая симпатичная, приятная монетка. Вижу, что по 10 долларов везде она, то есть она уже как бы там прям нормально уже начинает окупать нам все 10 килограмм потихоньку. Эта монетка начинает нам окупать хорошо наш заказ. Остальные все тут ну просто интересные, не знаю, вот доллар такой вот 2009 года, Бермуды, красивый. Парагвайская монетка мне показалась очень достойная, в хорошем качестве, неплохая. Ну и много тут еще каких-то монет, которые я отложил и буду потом пересматривать. Ну что, давайте продолжим. Вот наш мешочек, продолжаем высыпать из него. Еще кучку высыпем и будем смотреть дальше. Так, сразу видно, две монетки бросилось в глаза, даже три, даже четыре. Смотрите, вот эти монеты, это прям очень неплохо. Это двухпенсовики от Джерси, я так понимаю. Кук Айсланд, а вот это
Гибралтар. Ага, Гибралтар, видите как. А я думал Джерси. Так, ну смотрим. Мне кажется, очень достойные монеты, которые, я думаю, что стоят каких-то денег. По крайней мере, внешне они смотрятся хорошо. Сейчас еще добавим, что тут высыпалось еще из этой же серии, чтобы потом не возвращаться к этим монетам. Ой-ой-ой, как много чего там интересно. Ладно, эти пока откладываем, больше таких нету. 4 пока штучки такие вот. Пока в сторону. Давайте смотреть дальше. Ну, смотрим. Сразу Мавритания, рупия, однозначно к более-менее ценным. Вот такого страуса первый раз в жизни вижу. Нанду, 5 нанду, что за страна хоть? Уругвай. Уругвай, какая-то нанду, единица измерения, даже не знал. Вот такие вот 5 долларов нанду. Классные, так, вижу тут сбоку, увидел сразу. Однозначно. Откладываем Восточные Карибы, 1 доллар. Мавритания еще вижу, монетка. 1 рупия 2012 года, тоже есть смысл отложить. Что еще такого внешне? Вот Иордания, еще одна монета. Одна у нас уже такая была, но тоже можем пока отложить. Смотрим дальше, что тут такого может быть интересного. Вот смотрю, красивая монетка Кабо-Верде, 20 эскудос Кабо-Верде. Однозначно к хорошим монетам отложим. Карибские острова просто в хорошем качестве, но алюминиевые, к сожалению. Не очень люблю алюминиевые монеты, они, как правило, не очень дорогие. Вот смотрите, какая красивая сербская монета, 5 динаров. Я знаю, что она не очень дорогая, но отложу, потому что качество и сама монетка красивые. Вот еще у нас Джерси, 2 пенса попались. Так, смотрим дальше. 2000 карбодос. Вот их надо сразу пооткладывать, они в таком вот виде, их легко и быстро можно вычислить. Чехия, смотрю, попадается, но я сам попросил, чтобы человек отбирал все, что чешское будет попадаться, чтобы он мне закидывал. Вот уже, если что, я тут наложил немножко чешских. Если коротко могу объяснить, иногда года какие-то редкие, тут стоят каких-то диких денег, я поэтому как бы решил их тоже пооткладывать, потом буду перебирать, смотреть. Так, 10 пенсов, Гибралтар. Ну что, красивая монета, классная, однозначно. Откладываем. Потом еще карбодос. Что еще, смотрите. 100 песо с 87 года, Чили. Таких монет, я смотрю, тут много попадается, которые мне нравятся, с этим человечиком, да, с этим лидером мусульманским. Таких уже несколько штук есть. Смотрите, какая красивая Мавритания. Жаль, левый бок немножко покоцанный, но так монетка зачетная. Блеск имеет. Давайте смотреть, что еще тут у нас такого может быть интересного. Ну, так дальше, так смотрю, не так интересно, хотя вот 20 долларов мексиканских, большие, красивые, 20 долларов однозначно откладываем. Это что у нас за 5 единичек? Нет, таких юбилейные какие-то 5 единиц, не знаю, что за страна, но на всякий случай откладываем. И роемся дальше. Вот какая-то монетка меня заинтересовала, никогда такой раньше не видел. Малайзия, 10 цен. Нет, это недорогая и не сильно ценная. Так. Кувейта нам не попадалось еще в этом наборе. Смотрите, Кувейт с корабликами. Ну, однозначно откладываем к более-менее ценным.
Колумбия 200 песо с 94 года. Откладываем. Одна пула Ботсвана 1997 года, неплохая, тоже можем отложить. Вот очень яркая в штемпельном блеске 5 рупий индийских, недорогая, но красивая. Так, вот красивая монетка однозначно, Южная Африка, 988 год, тоже к хорошим монетам можем отложить однозначно. 50 эскуда с 1994 года, Кабо-Верде. Красиво, откладываем однозначно к хорошим. Карбодос, как обычно, тоже тут в каждой куче, я так понимаю, будет. Вот один боливана 2017 года, красивая монетка. Откладываем эту экзотику тоже. Состояние отменное. Так, чешские сразу откладываем, если какие-то будут попадаться. Несколько штучек вижу. Вот таких вот монет. Это у нас тоже островные, судя по всему. Остров Мэн. Рыбка, смотрите, какая красивая у нас рыбка. 5 центов Бермуды. Чуть попорченная, но так-то красивая. Красивая монетка, тоже откладываем. Смотрим, вот такая вот птичка. Красивая, не знаю, что за страна. Одна пенни. Очень похоже на экзотическую страну. Гибралтар 2018 года. Надо отложить. Теперь вот такую я увидел монетку. Это, я знаю, Малайзия. 1 доллар. Очень красивая, зачетная. Эту монету многие любят. На самом деле, эта монетка просто красивая малазийская монета. Что еще такое из того, что я сейчас по-быстрому вижу? Это Восточные Карибы. 25 центов. Тоже так неплохо смотрится. Вот по левой, по правой стороне. Вот по правой стороне я тут немножко отложил монет уже. Смотрите, какая красивая майка. 10 долларов 2005 года. Необычной формы. С лидером на главной лицевой стороне. Эквадор. Большая тяжелая монета. С лидером Эквадора, судя по всему, или каким-то известным человеком Эквадора. Ну, немножко потертая, помятая, но в целом пойдет. 5 пенсов раскопал острова Барбадос. Я смотрю, Барбадос часто попадается. Мне нравится Иордания. Иордания недорого стоит. Иордания не часто попадается, и приятно, когда вот 10 пиастров Иордания. Вполне себе хорошая монетка. Смотрим дальше. 10 пенсов. Какие-то юбилейные, что ли, Гибралтар 2008 года. Мне нравится. Откладываем. Остров Джерси. Необычной формы. 20 пенсов. Мне нравится. Монетка красивая. 1997 год, еще и необычной формы. Это, скорее всего, да, Арабские Эмираты. Симпатичные вышки у нас на монете. Неплохая монетка, тоже можем отложить. Таких монеток мы уже отложили много. Это у нас остров Мэн. Однопенсовики. Таких попалось много в этот раз. Вот монета, которая непонятно, что за страна и что за монета. Вот смотрите, какая. Понятно, что какая-то арабская страна, а вот что за страна и какой год, непонятно. Буду потом изучать и смотреть, что это такое может быть за монета. Так,
Аргентина. 10 песо. 2018 год. Очень даже неплохая. Так, давайте переходим к общей куче и здесь еще пороемся. Вот я вижу чешские еще опять монетки. Это я просил в экзотическую кучу докидывать чешские, если будут попадаться. И он мне так и докидывал. Немножко европейских попалось. Может быть случайно, может быть и нет. Так, 21 рупия Мавритания 2012 года. Классная. Классная монета. Рупий мавританский. Смотрится хорошо, ценится тоже хорошо. Еще мавританская 5 рупий. Класс. Красивая мавританская монета. Тоже однозначно. Положим к ценным. Потом будем разбираться. Вот у нас такая монета уже попадалась. Надо разобраться, посмотреть, что это за птица у нас такая. 10 единичек, но с одной стороны арабские какие-то, может быть даже не арабские, а с другой стороны вот такая птица. Тоже ее можно отложить. Вот эта монета, насколько я знаю, грузинская. Мне кажется так, но могу я ошибаться. Большие красивые 2 лари, значит, если грузинская. Вот еще в блеске пол какой-то, половинка какая-то у нас в блеске с рыбками. Откладываем, тоже однозначно красивая монета. Очень утертую и убитую Ганну 1967 года нашел. Прикольно, но так себе. Давайте дальше. Вот красивая монета Джерси. Нравятся они мне. 1980 год. Красивая монета, однозначно к ценным можно отнести. Так, чешские. Птичка, это у нас Барбадос. Вот еще одну нашел, Бахрейн. Не знаю, нравятся мне эти пальмочки от Бахрейна. Красивая монетка. Откладываем. Чили. 50 песо 1993 года. Красивая монетка. Откладываем. Гонконг 1979, но недорогая, знаю. Так, еще рыбка попалась. Половинка, это вот этой какой-то страны. Тоже пока отложим. Кения 5 центов 1984 года. Красивый, откладываем. Вот непонятная страна и непонятная монета. А, на Пакистан похоже, судя по месяцу и луне. Но монета такая нечастая, я такую не встречал, с цветочками, 50 единичек, судя по всему, пакистанских. Наверное, отложу, тоже буду потом смотреть, что по ценам, может быть, что-то ценное оказалось. 25 центов кубинских, Республика Куба. Откладываем. 10 центов Перу. Откладываем. Джерси 1 пенни 2002 года. Откладываем. Колумбийские 50 песо 1990 года. Это так. Вот еще пакистанские новые, красивые, с другими цветочками. 25 номиналом уже другим нашел. Тоже отложу и, может быть, даже в коллекцию посмотрю, что по цене. И уже буду решать. 50 это у нас... плохо видно.
Ботсвана, скорее всего, 50 копеек. Но видно ее плохо, такая потертая, погрызанная, ну что поделать, ну красивая. Так, 5 центов, Барбадос, в красивой патине, 2010 год. Барбадоса попалось тоже много. Вот еще похоже, один Ларри грузинский, 2006 года. Если я не ошибаюсь, это герб Грузии. Я могу ошибаться, я такой уверенный, но на самом деле, может быть, я и ошибаюсь. Таиланд, но вот такая монета красивая, давайте ее тоже отложим, она красиво смотрится, может быть, кажется какой-то ценной. Смотрите, какой красивый кораблик, и Бахрейн 2000 года. Бахрейн 2000 года тоже откладываем. Я пока сейчас перекапываю эти монеты, вам расскажу историю. Человек купил, который 300 этих килограмм. Среди монет нашел одну золотую монету на 8 грамм. Такие чудеса тоже встречаются. И, кстати, он сюда мне перекидывает монеты. Возможно, среди них серебряные тоже могут попасться. Смотрите, какая ливия. 250 единиц ливрисов. 250 2014 года. Две монетки. Красивые, классные. Ливия мне нравится, она не частая и не прям дешевая, поэтому ее тоже пока откладываем. Так, что сказать с этой кучи? Вот Ганна, о, какая красивая Ганна 2007 года. 50 единичек. Ганна, красиво, однозначно откладываем. Так, ну вроде бы все такое я перебрал ценное. Сейчас еще сделаю стоп. О, вот это огонь, ребята. Аруба, 992 год. Когда-то хотел себе в коллекцию. Эта монетка 50 центов сразу ко мне в коллекцию идет. 50 центов Аруба. Да, люблю их. Монеты не тяжелые, красивые, прямоугольные, квадратные. В общем, мне нравится. И не дешевые. 50 центов Аруба. Однозначно это откладываю. И даже к себе в коллекцию сразу. Тут и думать нечего. Уже хотел заканчивать видео, а тут на тебе. О, Кабо-Верде, смотрите, какая монетка. 5 центов. Судя по всему, 5 эскудос. Написано так. С цветами. Ну, не знаю, дорогая или нет, но красивая. Пока отложим, там будем разбираться. Вот красивая монета, половинка чего-то со спутником каким-то и с тарелками. Сейчас сделаю стоп и посмотрю, что еще из этого можно будет ценного найти, и двинемся дальше. Сделал небольшой перебор, сейчас мы его глянем. Из того, что вот четко попалось интересно, сейчас мы все посмотрим. Вот смотрите, какая малайзийская, 50 копеек, прикольные. Ну, уже часто попадается нам Ямайка 1 доллар, половинка какой-то единицы с рыбками, красивая монетка. Кувейт с кораблем, красивая монета. Вот это я не знаю, что за страна, с каким-то медведем. 50 песо Колумбия 22 года, легенькая, маленькая, но красивая. Вот, в общем, вот это то, что я отобрал, то, что у нас интересное. Смотрите, 1 доллар. Карибы, да, 86 года, красивые, однозначно, как бы их состояние хорошее, монета красивая, то есть одна пула Ботсвана, красивая монетка, тоже отложу. Две монетки красивые у нас Тринидад и Тобаго. Так вот они выглядят, тоже их отложил. Одна монетка попалась Гана 2007 года. Отложил. Чили 500 песо, очень красивая монета. Очень красивая, в хорошем состоянии, однозначно. Более-менее ценно можно отложить. Арабские Эмираты опять с антилопкой попались. Эти монетки я покажу вместе, это опять...
Таких монет у нас прям много. Это у нас остров Мэн 1-центовый. А вот еще 5 центов у нас Тринидад и Тобаго. 5 центов. Красивая монетка. Отложу, вдруг ценная или дорогая. Вот монетка с каким-то красивым растением. 100 песо. Это у нас 100 песо. Колумбия. Новенькие монетки, маленькие, красивые. Это опять у нас, судя по всему, Кувейт. Красивая монета, тоже откладываем. Барбадоса, две монеты, одна в очень красивой патине. Теперь еще у нас 5 центов Багамы. Азербайджанские 20 япиков. Ну, такие прям с какими-то красивыми. Республика Азербайджан. Так, с какими-то красивыми лестницами. Ну, в общем, все остальное так попроще. И сейчас я это все сложу. И мы перейдем. Нет, вот еще одна монетка попалась. Кабо-Верде, вижу. Покажу ее вам. И мы переходим к следующей куче. Сейчас мы эту кучу уберем и будем двигаться дальше. Я в промежутке посмотрел, пока разбирал монеты, раскладывал. У нас еще почти 6,5 килограмм осталось. Перебирать, так что я высыпаю дальше и будем перебирать дальше. Думаю, нам такой кучи, думаю, нам хватит. И погнали. Первая монетка. Восточные Карибы, 25 центов. Хорошая монетка. Откладываем. Очень в хорошем состоянии. Вот это в хорошем состоянии. 100 песо от Чили. Монетка классная. В состоянии таком можно отложить. Достаточно часто в наборах попадается Куба. 3 песо с Че Геварой. Но сама по себе монета тоже хорошая. Отложить можно. Это у нас что за страна? У нас Гибралтар. Гибралтар 1 пенни. Ну, красивые пенни тоже можно отложить. 25 центава от Кубы, красивые. Вот вижу, знаю, что Фиджи симпатичная монетка тоже. Я что-то откладываю к средним ценным, а что-то откладываю к таким, что себе потом буду оставлять. Так, это у нас 2 пенса. 2 пенса, остров Мэн, немножко потертенькие, но я бы сказал, что неплохие. Смотрим дальше. Еще 2 пенса нашел я. Вот смотрим, Альберт Тауэр, 2 пенса. Остров Мэн, тоже хорошая монетка, необычная. Давайте я так чуть-чуть размажу, чтобы мы могли видеть. Вот мне кажется неплохая монета. Что это у нас такое? Каймановые острова. Экзотики, конечно, в этом наборе много. Мне очень нравятся Каймановые острова, даже в свою кучу поставлю. Чили 100 песо. Недорогая, но очень красивая монета. Очень красивый герб тут с обратной стороны. Вот еще у нас остров Мэн. Таких у нас уже много. Давайте 2 пенсовики эти все повытаскиваем. 1 пенсовики. И хорошо видно, смотрите, какие 2 монетки. Прям в хорошем состоянии острова Мэн. Остров Мэн. Много, смотрю, у нас Барбадоса. Вот Барбадос, 10 центов. Вот еще красивая монета, необычная. Такая мне до сих пор никогда не попадала. Зимбабве, 1990 год. Ну, красиво, это даже к себе можно отложить. Вот вижу еще Барбадос, 5 центов маяк. Таких нам уже попадалось несколько штук, тоже к нашим отложим.
кучам. Давайте смотреть. Вот мне понравилась Республика Доминикана песо. Хорошая монетка. Отложим к нам. Индонезия. Думаю, что недорогая, но красивая монета, 50 рупий. Так, что бы нам еще тут? Вот еще вижу. Барбадос. Берем. Они Барбадос, как будто бы из пруф-наборов. То есть странно, конечно, это все выглядит. Вот, вот это я знаю, 500 песо красивые. 500 песо. От Колумбии. Красивая монетка. Вот это у нас Малайзия. 50 цен. Красивая монетка. Вот монетка Малави. Страна Малави. 2 тамбала. 1995 года. Но это можно даже и для себя отложить. Двигаемся дальше. Ну, много чего интересного, конечно, лоты экзотические. О, одна пенни Гана, 1958 год. Классная монета, может оказаться редкой, однозначно к моим отложу, потом посмотрю. Ямайка необычной формы. $10 2005 года. И герб красивый, и монета красивая. Уганда потертенькая, но красивая монетка. Смотрим. 200 шиллингов. Уганды. Жалко, состояние неудачное. А так монетка красивая. Смотрите, какая монета заплавлена. 200 карбодос. Это точно на вес надо куда-то кидать. Аргентина. Недорогая, но красивая монета. 25 центавос. Вот и Иордания. 10 пиастров. Это я к своим отложу. Потом буду разбираться. Вот, вижу, какая-то монета, которую я раньше не встречал. 200 единиц, 2 льва, там 1998 год. Занзибар. Да, Занзибар. Да. Занзибар, 1998 год. Ну, как бы, жаль, что потертая, но монетка красивая, смотрите сами. $500 Ливия. 500 ливрис. В очень неплохом качестве Мавритания. 5 центов. Маврикий написано. Маврикий. Так, к себе положим. Давайте что-нибудь еще искать. Ну, чешские попадаются. Я вот чешских уже тут набрал немножко. Ну, таких ценных среди них вроде бы как и нет. Вот вижу, хорошая монетка на вид, по крайней мере. Слоны какие-то. 50. Замбия. 50 единичек ихних. Смотрите, какая монетка зачетная. Красивый слон, однозначно отложен. Вот монета хорошая, у нас уже было такое, один боливана 2010 года, ну красивая, Боливия. Два пенса убитые, точно на вес уйдут куда-нибудь. Так, посмотрим, что еще у нас есть. Таких у нас уже много, 2000 доброс от... Святой Том и Принц. Жалко, что они металлические, часто ржавые и, ну так, состояние обычно убитое. Их в хорошем состоянии почти практически не встречал я.
Вот монетки, которые нам тоже несколько раз попадались, половинка чего-то с рыбками. Тоже мне нравится, не знаю, дорого стоит, недорого, пока откладываю, я не понимаю, что по цене, сколько они могут стоить. Вот это опять кубинская, 25 единичек, центов, центавос. Но в очень таком приятном сохране, состояние прям отличное. Вот это грузинская монета, смотрите, с каким животным. Нам тоже вроде бы одна уже такая попалась. Республика Джорджия, 1993 год. Очень даже красивая монета. Вот смотрю, что-то интересное. Не знаю, что за страна, но монета красивая. Иордания, но какая-то старая Иордания. Тоже отложу к своим, потом буду разбираться. Так, вот красивая монета, тоже смотрим. Чуть ржавенькая Малайзия, 50 цен. Еще хорошая монета, доллар. Доллар от Карибов. Карибский доллар 1981 года. Красивый. Вот эта монета, мне кажется, что Непал. Но я могу ошибаться. Могу ошибаться, но мне кажется, что Непал и монета... А вот сверху написано Непал, слева вверху, если вы видите. Очень даже неплохая непальская. Отложу к своим, то есть потом буду разбираться и смотреть, что там. Так, тут как бы такого чего-то. Вот Панама симпатичная. Единственное, что надо чистить такую. Вот я... 5 минут перебираю или 10, руки уже черные. Видите, монеты все-таки они пыльные. И я каждый, после каждого раза хожу, мою руки, потому что они бы уже черные были. Смотрите, 50. Какая красивая, 50 уругвайских единичек. 92 года. Отложу. Вот это я так понял, что мне нравится вот этот дядечка. Это Пакистан, и монетки недорогие. Но сами монеты по себе очень даже симпатичные. Я себе парочку отложу, остальные, конечно, на вес отдам. То есть мне зачем в огромном количестве такие монеты. Давайте еще посмотрим. Вот таких много уже нам попалось. Это у нас остров Мэн. Это чуть потертенькое. Вот еще давайте все их повытаскиваем. 2 пенса. Вот это хороший остров Мэн, 2 пенса. Состояние хорошее, монета хорошая. Джерси монетка, 1 пенни, состояние не очень, 86 года, но патина красивая, можно отложить. Еще нам попался 1 доллар малазийский, нравятся мне они, и вообще в наборах люди очень любят, если я такие монеты докидываю, или там они где-то на внешнем виде, на фотографиях. В общем, это хорошая монета, однозначно откладываем. Барбадос, 2012 год, 5 центов с маяком, красивый. Еще Джамайка, еще Ямайка, 2012 года, неплохая. Вот вижу еще Ямайка. Это уже 2020 года, 10 долларов. Таких у нас уже несколько даже в этой куче было. Красивая монетка Фиджи. 5 центов. Еще Куба. 25 центов, красивые, состояние отличное, кубинские попались прям идеальные, много в хорошем состоянии. Так, вот это уже интересно, моя любовь, 1955 год, корабль 10 пиратов, Лебанон,
Либанасия. Республика Либанасия. Либанаисия. С кедром. Обратная сторона кедр. Вот эта монета хорошая и дорогая. Ее однозначно к своим отложу. $25 2005 года. Бермуды. Состояние не важное, но монета сама по себе хорошая. Давайте еще тут посмотрим. Чешская монетка. Вот еще попалась нам Бахрейн. Люблю вот эти монетки Бахрейна. Тут красивые пальмочки у них. 5 единичек Бахрейн. Откладываем. Все такое основное. О, смотрите, 5 марок попалось 69 года. Ну, неплохо. Можно тоже пока отложить. Еще пенс. Еще цент остров Мэн. Я говорю центы, а может быть это и пенсы. Так что имейте в виду, я могу ошибаться. Грузинская монета 2006 года. 50 единичек. Красивая. Откладываем. Еще одну монетку Непала нашел. Видите, как красивая Непал. Непал мне нравится. Они не очень дорогие, но красивые. И я тоже такие откладываю и собираю иногда. Просмотрев вчерашнюю часть, вот еще Кувейт. Просмотрев вчерашнюю часть, я понял, что надо еще заказывать. Я договорился, мне этот человек сделает еще 10 килограмм такой набор. Потому что мне нравятся монеты. Тут много экзотических стран, и на самом деле это как будет легко и хорошо продаваться, и относительно хорошую цену можно будет за такие монеты взять. 5 центов Барбадос, вы видите. Еще вижу Малайзия. У них красивые монеты тоже. 20 цен 2008 года. Все, такое более-менее ценное. Что-то мы вроде бы все повытаскивали, посмотрели. Давайте я еще сейчас гляну. Если что-то интересное найду, я выложу. Остальное все можно сказать, что попроще, и будем двигаться дальше. Такого чего-то ценного или редкого больше нет. Ну или по крайней мере есть то, что мы нашли. Вот смотрите, попалась монета, не знаю, это я с кучи уже отложенной или отсюда, но на всякий случай покажу. 25 сантимов. Это Нидерландские Антильские острова. Они относительно редкие и нормально стоят, поэтому я ее точно откладываю к себе, потом буду разбираться. 2012 год. Делаю паузу. Так, Карибскую еще вижу одну монетку. Карибы, $1, 1991 года, корабль. Точно хорошая монета, точно откладываю. Сейчас сделаю паузу, посмотрю, если что-то ценное, отложу. Вот примерно, что более-менее ценного попалось в остатках монет, то, что вот мы рассматривали кучу предыдущую. Ну, первый момент, я посмотрел, это пол дирхама Марокко. Одна монетка с рыбками и вторая вот такая с какой-то орбитой и космосом. Монеты недорогие, то есть можно ставить в дешевые и не откладывать. Еще монетку я посмотрел, это 5 пакистанских рублей, рупий, скорее всего. В общем, тоже не ценная монета, тоже можно кучу на развес отдавать. Теперь давайте смотреть ближе к тому, что более-менее мне показалось ценное. Ну, для примера, 1951 год, фартинг. Жаль, такой чуть погрызанный, а так, конечно, можно было в ценные поставить. А так, скорее всего, на продажу. Так, рыбки мы уже посмотрели. Тоже посмотрели. Смотрите, две монетки, это Грузия. Грузинские 10 копеечек.
не знаю, как так у них лари, крупная ихняя единица, да, а это 10 копеек, Республика Грузия. Ну, мне нравится, красивые монетки тоже как бы можно положить куда-нибудь. Вот это, судя по всему, такие лари. Грузинская 1 лари 2006 года. Ну, такая красивая монета тоже более-менее можно отнести ценным. Что еще такого тут может найтись? Вот еще 10 копеек Грузия. 1 песо Филиппины. Ну, сама монета внешняя и по дизайну мне понравилась. И металл, и все приятное. Но я понимаю, что она недорогая. Из того, что подороже, наверное, вот эти две монетки Кувейт. Может быть и недорогие, но не знаю, мне почему-то не нравятся этот корабли у них, как бы, ну такое, это все любят. Из интересного. 10 рупий Мавритиус 2000 года. Ну, мне кажется, что монета достойная, ее можно отложить к своим монетам. Что это еще у нас? У нас еще Колумбия 79 год, 25 центавос. Ну, тоже я к своим отложу. Вот красивая монета, откладываем к своим. Что еще интересно? Вот 3 копейки, 3 галежика Чехословакия в штемпельном блеске 53 года. Они какие-то из них ценятся дорого, поэтому я ее, естественно, сразу откладываю к чешским и буду потом разбираться. И 5 галежиков 1979 года. Тоже отложу каким-то своим чешским монеткам. Что еще такого? У нас 5 центов Багамы. Один рент африканский 978 года. Джерси 10 пенсов 2014 года в очень хорошем сохране. Отложу себе пока. Ямайка, таких долларов у нас уже много и в качестве. Что еще интересного? Мавритиус 1991 год, рупия. Мне кажется, что неплохая, однозначно к ценным монетам надо отложить. Все остальное тут такое не очень дорогое, не очень ценное. Давайте еще посмотрим такое неожиданное. Что это у нас, зачем это я поставил сюда? Это монетка Чили. 10 песо 93 года. Ну, она не ценная, не дорогая. Не знаю, зачем ее сюда поставил. Так, вот это. Что это у нас за монета? 2008 год, 5 сом 2008 год, Кыргызстан, наверное, то есть я такую не встречал, отложу тоже, интересно, такая-то я к себе положу, у меня таких нету. Вот монета интересная, уругвайская 2019 года, состояние не очень, но я такую не встречал, с каким-то бобром, 2 доллара. Надо отложить, посмотреть. Попалась белорусская копеечка 2009 года. Я понимаю, что не ценная, но монетка мне понравилась. Красивая, решил вам тоже показать. Теперь, что еще? Уганда. Вполне себе приятные 100 шиллингов Уганды 2019 года. Однозначно к монетам хорошим поставим. Теперь 5 тамбала. Это у нас Малави. В хорошем состоянии, тоже можно отложить. 10 песо Доминикана 2008 года. Приятная монетка. Сохран не очень, но 10 песо это 10 песо. И красивая биметаллическая, откладываем. Еще у нас Ямайка 10 долларов 2012 года в хорошем сохране. Тоже откладываем. 5 гяпиков или япиков Азербайджан. Мне сама монета понравилась. Металл необычный, дизайн хороший. Пока отложу к своим, не знаю сколько стоит, дорого-дешево. Тринидад и Тобаго 2002 год.
5 центов. Очень красивый, в таком блеске даже штемпельном. Однозначно надо отложить, потом буду что-то с этим делать. Вот еще Тринидад и Тобаго, еще монетка 2015 года. Красивый герб у них и красивые 25 центов, тоже можно отложить. Это 2 рупии, но красивые, красивые. Индонезия, она алюминиевая, но очень симпатичная. 2 рупии 1970 года, Индонезия. Каймановые острова 2008 год. Каймановых островов вроде бы даже еще пока не попадалось. Вот один цент, судя по всему, или один пенс. Каймановые острова. Откладываем. В общем, остальное все тоже интересно. Я вам просто крупно покажу. Вы как бы смотрите. И будем двигаться дальше. Багамские острова. Смотрите, 2015 год. Один цент, красивый. Все вот это посмотрели, сейчас перейдем к новой партии монеток. Ну что, у нас не так уж и много осталось. Будем двигаться дальше, наверное, еще на один или на два раза. Смотрим, наверное, на два раза. Да, примерно на два раза. Вот сейчас будем смотреть, что у нас тут такое еще интересное попало. Сразу же вижу 20 колонисов. Это Коста-Рика 1985 года, классная монетка, откладываем однозначно. Это, наверное, тоже интересная монета. Ботсвана 1998 год, вот герб красивый. 25 тебе. Вижу, что у нас много монет Ямайки, $10, 1999 года, красивая монетка. Мальта, классная красивая монета Мальты, тоже вложим к ценам. Чешская монетка, вот 1 крона 1980 года, откладываем. Это Барбадос, судя по всему, да, 1976 года, 1 цент. 10 центов пруфовских, непонятно как сюда попавших. Вот Англии, простые 10 центов, ничего ценного. Так, Гана, 50 единичек Ганы, 2007 года. Красивая монета, откладываем. Иордания, откладываем, хорошая монета. Ну вот Мавритиус 2012 года, 1 рупия, красивая монета, точно к нам. Смотрю, чем дальше вглубь, тем меньше ценных. Вот, Нидерландские Антильские острова 2014 года, 10 центов. Откладываем к нам прям. Вот, видать, случайно пропустили. А это хорошая монетка 1954 года. 10 марок Сарленд. Если почистить, будет классная монета. Пока отложим. Вижу 2 пенса. Простые тоже пруфовские, ничего не стоят. А вот это 2 пенса уже поинтересней. Ну, у нас таких уже много. Остров Мэн. 2 пенса. Вот мы можем посмотреть. Уже у нас такая куча достаточно большая по 2 пенса. Вот еще остров Мэн. 1 пенс. Вот симпатичная монетка Гватемалы 2019 года. Так она необычно выглядит. Можно к ценным отнести.
Авритиус 2004 года. 5 центов тоже к себе относим. Гану увидел 10. Песевас. Гана. Откладываем. Вот это вот что-то у нас такое интересное. Республика Гватемала, 1987 год. 25 центавос. Точно откладываем к себе. Еще Мавритания, Маврикия, 2016 год. Откладываем. Индонезия. Алюминиевая большая красивая монета, 50 цент, 1961 года. О, смотрите, какая красивая монетка. У нас парусники пальмы. Катар. Монетка Катара. Ну, вот это прям такое еще не попадалось. Точно к себе откладываем. А чешская вот попалась монетка у нас. 1978 года. 50 галежиков откладываем. Еще у нас... Мавритиус 2016 года, 10 рупий, но какие-то пруфовские. Если хорошо почистить, то помыть мылом, то будет очень даже зачетная классная монетка, точно ко мне. Откладываем. Вот еще такую я еще вообще не встречал. Это Колумбия, 1000 песос. Я думаю, не встречал, потому что сам номинал дорогой, возможно, сама монета. Поэтому не попадает нумизматом особо. Смотрите, какая черепаха классная с обратной стороны. 1000 песо точно к нам откладываем. Грузия уже такая нам попадалась. Еще Маврикия. 2004 года рупия. Еще один писо филиппинский, красивый, с штемпельным блеском. Вот вижу Кувейт у нас. Монетка Кувейта тоже откладываем. Еще 5 центов Мавритиус 2017 года. Двадцать красивых центов от Фиджи 1996 года. Каймановые острова 25 центов, судя по всему, 1999 года. Смотрим, за что бы зацепиться. А вот это вот у нас Иордания, но в таком очень хорошем состоянии, 5 пиастров. Прям блеск штемпельный. Эта монетка хорошая, откладываем. Это у нас 50 центавос. Венесуэла, красивая монета. Республика Тринидад и Тобаго. 2015 года, 5 центов, очень красивый, точно надо. Туристическая монетка Кубы 1981 года, 25 интур, 25 центавосов. Красивая монетка, откладываем. Знаю просто за эту монетку, поэтому я так бодро ее сразу положил к ценным. Так, ну смотрим, что еще такого ценного. Святой Томас и Принц 97 года, 1997 года, 2000 доброс. Пять центов Фиджи. Полинезия французская 100 франков, большая красивая монета.
единичка, судя по всему, пакистанская 1981 года. Давайте отложим к ценным, потом посмотрим. Так, смотрю, эта куча, чем ближе к концу, тем меньше таких монет интересных. Так, вначале было повеселее, мне кажется. Вот, 200 рупий, Индонезия, алюминиевый, но красивый, в хорошем сохранении, тоже можно отложить. Франков 2007 года, центральноафриканские, можно отложить. Я тут то, что мы уже видели, как бы особо не показываю, потому что зачем, вы уже видели похожие монеты, стараюсь уже не показывать. Такой мы еще не видели. Панама. Очень симпатичная монетка, можем отложить. Французская Полинезия. Вот это не дешевая монета, особенно если в хорошем качестве. 1977 год. Очень неплохая монета, в неплохом качестве, однозначно откладываем. Нашел монетку Бахрейна, королевство Бахрейн, 2010 год, 25 единичек бахрейнских, точно откладываем ко мне. Еще Маврикия 1997 года, 10 рупий, уже в худшем состоянии, но монетка тоже неплохая, тоже пока отложим. Такую монетку не видел, возможно, и недорогая, но необычная. Вы смотрите, Национальный банк Анголы. Чего-чего, а Анголы мне еще не попадалось ни разу. За всю свою жизнь я ни разу не попадалась мне в руки монетка Анголы. Прикольно. 2012 года. Давайте-ка я ее отложу к себе, потому что пусть она будет у меня в коллекции. Такой страны у меня нет. 10 копеечек. Галежиков. Чехословакия. 69 год. 1969 откладываем. Багамские острова, 1987 год, 5 центов, откладываем. Сингапур какой-то современный, 20 центов, откладываем. Вот монетка панамская 2017 года, необычная, 5 центов. Полбоя типа, откладываем. Фиджи симпатичный, 2 цента, откладываем. Чехословакия ближе к современной, 1992 года, 1 крона, однозначно к чехословацким складываем, потом будем разбираться. Только что проскочило, у нас уже было такое, Доминикана, Республика Доминикана, 2008 год, 10 песо, откладываем. Кайманские острова, красивая маленькая монетка, откладываем. Мавритиус 2012 год, 20 центов, откладываем.
Был бы красивый и хороший барбадос, но, видите, монетка частично испорчена, поэтому пока уйдет в наборы. Что еще тут такого ценного может быть? Давайте посмотрим. Ливан 500 ливрес. Откладываем. 3 Тринидад и Тобаго, 2014 год, 5 центов, откладываем. Таких у нас уже много. Остров Мэн, 2016 год, 1 цент, откладываем. Так, я нашел еще французскую Полинезию. На дне нам досталась французская Полинезия. Это уже ближе к современной, 1998 года. Ну, тоже откладываем. Барбадос, 1986 год. 5 центов, откладываем. Ботсвана, 10 тебе. Откладываем. Очень крошечная монетка Ямайка, 10 центов 2012 года. Откладываем. Барбадос 2012 года, 10 центов. Откладываем. В общем, так по мелочам вроде бы что-то есть. С одной стороны, Колумбия, 1975 год. 50 центов сможем отложить тоже. В очень хорошем сохране Чили, Республика Чили, 10 песо. Надо отложить. В общем, так по-крупному все просмотрел. Сейчас сделаю паузу и что-то более-менее ценное выложу и вам покажу. Все остальное закинем в общую кучу. Так, пока еще вот нашел Гана монетка, одна песева, красивая монетка. Все, делаем стоп, и я сейчас это все переберу. Вот что у нас более-менее интересное осталось из этой кучи. Один донг 1971 года, Вьетнам, алюминиевая монетка, прикольная. Ямайка, 10 долларов 2000 года, красивой формы. Гана, одна монетка, очень маленькая, 2007 года, одна песева. Тринидад и Тобаго, две маленькие крошечные монетки, но симпатичные. С этой стороны тоже красивые они. Вот такой попугайчик красивый попался. Колумбия, 200 песо 2016 года. Вот такая монетка у нас. Это, кажется, Эфиопия. Лев такой красивый. 25, я так понимаю, копеек эфиопских. Вот это я знаю. Симпатичная монетка, барабан такой. От Малайи. Малайя, Малайзия. 1989 год, 1 цент. Классная монетка, оставлю себе, у меня такой нету. Кения, 50 центов, 1969 года. В очень неплохом сохране. Легкая алюминиевая карибская монетка, 5 центов, 2010 года. Карибы. Барбадос, симпатичная монетка 2007 года, 5 центов. Свазиленд, редко тут у нас одна или две монетки всего попались, поэтому я обрадовался, когда нашел. Свазиленд, 2015 год. Название
единички очень сложная, поэтому вы сами прочитайте, посмотрите на нее. Монетка классная, отложу сразу себе. Гана. Гана, 2007 год. 10 песевас. Уже у нас одна такая вроде бы есть панама. Вот еще одна панамская монетка. Красивая. Откладываем. 2019 год. 5 центов Фиджи. С красивой каноэ на картинке. 20 копеек, судя по всему, из пруфового набора, потому что они блестят, как штемпельный блеск такой пруфовский. Я думаю, не знаю, стоят они что-то дороже или дешевле. Вообще, есть смысл, сколько такие могут стоить. Если знаете, напишите. Потому что мне интересно, можно ее тогда мылом помыть. Я думаю, что она будет блестеть еще ярче и смотреться еще лучше. Но я ее себе отложу в любом случае. А вы скажите, стоит она денег или чепуха? Следующая монетка, это у нас опять попалась Малайзия 1 доллар 1992 года. Нравится мне эта монета, откладываю к себе однозначно. 10 сом. 10 сом 2009 года, Киргизия, я так понимаю. Ну, не видел их монеты, приятно смотрятся, красивые, большие, с неплохим дизайном, с обратной стороны, в общем... Отложу себе тоже. Один Крузейро в штемпельном блеске от Бразилии. Необычная монета, тоже откладываем. 5988 года, это китайские какие-то 5 единичек. Но в очень таком состоянии, хорошем сохране, решил отложить. Вот эта монетка, я так и не понял, что за страна. 5 центавос, 5 граммас, 1981 год. Непонятно, плохо видно. Но она какая-то странная. Я решил ее отложить, посмотрю, что что-то может быть стоит дополнительно. То есть отложим ее. Вот это, по-моему, Оман, если я не ошибаюсь, монетка. Тоже отложить надо будет. Еще Малайзия. Красивая у нас Малайзия. 20 цен. И необычной формы Гонконг. 1978 год. 20 центов. Вроде бы так. Все, с этой кучи мы вот это вот отобрали. Сейчас будем двигаться дальше. Ну что, последний, я думаю, рывок, и мы пересмотрим, получается, 10 килограмм монет. Давайте это все в один раз, чтобы не растягивать это на долгий срок. Вот тут, правда, монет получается чуть больше, чем другие разы были, но зато мы за один раз сейчас все это и просмотрим. Так, вот у нас такая монетка уже была. Это 1000 песо Колумбия. 1000 песо Колумбия. Смотрите, какая черепаха классная, состояние идеальное. А Мавритания опять у нас пол рупи 2003 года. Красивая монетка. Складываем. Вот вижу Уганда. Банк Уганды 200 шиллинга 2007 года. Забираем. Сейчас монет много, я думаю, что что-то ценное мы тут все-таки накопаем. Красивая 1 рупия. Сейшелы 2010 год. Вижу монетку 1 доллар кубинский, судя по всему. 1 песо Куба 2007 год. Красивая монетка, однозначно откладываем. Еще Мавритания вижу. Тоже откладываем. Вот такая монетка с оленем симпатичная, отложим. Объединенные Арабские Эмираты. Еще вижу Арабские Эмираты с промышленными вышками, видимо, нефтевышки.
25 центов. Тринидад и Тобаго. Красивый кораблик у нас. 2 пенса от Остров Мэн. Еще раз покажу вам кораблик красивый. Вот Кувейт у нас. Монетка кувейская. Красиво откладываем. 5 марок. Германия. Это я попросил, если будут попадаться, чтобы он вложил. Откладываем. Вот нашел красивые 2 боливара. 2 боливара нас называется. Ну, боливара, скорее всего, 2017 год. Боливия. Очень большая и красивая монета. Однозначно нужна нам. Вот красивая еще монетка Кувейт. Смотрите, какая монета Кувейт. Красивая. Еще вижу Кувейт у нас монетку. Еще одна. Тоже откладываем. Вот сейчас посмотрим. Банк Ливан. Ливанский банк. А что у нас тут? Ну, такая арабская симпатичная монетка. Плохо, правда, видно, но монета хорошая. Откладываем. 50 сукрос. Очень красивая монета. Эквадор. 1991 год. Давайте обзор на всю кучу посмотрим. Что-то мне уже тут издалека понравилось. Классная монета с какими-то арабскими постройками. Однозначно откладываем, будем потом разбираться. Джерси, красивая монетка, пенни. 2014 года. Откладываем. Десять центов с рыбками. Даже не знаю, что за страна. Сейчас посмотрим. Багамы, 2010 год. Ну, что вам сказать. Классная, точно надо брать. Смотрите, какую монетку. 50 тенге нашел. Казахстан, Республика Казахстан, 2000 год. Кто из Казахстана, прям обязан сейчас поставить лайк обязательно. Едем дальше. Еще 5 марок 1969 года. Откладываем. В очень хорошем качестве Индонезия у нас. 100 рупий. Она недорогая монетка эта, но красивая, большая красивая монета. Однозначно откладываем. Вижу у нас достаточно потертая, но французская полинезия. В любом случае надо отложить. Вот красивая монета. Судя по всему, 10 пенсов. Остров Мэн. Такой нам еще не попадалось в этом наборе. Очень красивая монета. Однозначно откладываем. 100 песо филиппинских. Нам уже попадалось пару раз. Красиво. 100 песо чили. Нам уже попадалось пару раз. Красивая монета. Откладываем. Вот этот кораблик я тоже хочу отложить. 25 центов. Это у нас Багамы. Смотрите, какая красивая монетка. Багамский, 25 центов. Такой монетки у нас вроде бы еще не было. Или я могу ошибаться. Сейчас посмотрим крупнее. 2003 год. Индия. Какая-то юбилейная индийская монетка. Тоже отложим. Хоть и Индия, но можно отложить. Красивые 10 долларов. Мексиканские.
10 песос. Откладываем. Состояние хорошее, однозначно может пригодиться. Так, что у нас еще тут? Карибские острова, 25 центов. Так, что еще у нас? Бермудские рыбки, Бермуда. 2001 год, красивая рыба. Откладываем. Индонезия, смотрите, какая монета. Красивая алюминиевая, 500 рупий. Красивенько. Пока откладываем. Вот этот 1 доллар прям блестит и светится в штемпельном блеске. Барбадос, 2018 год. Ну, точно откладываем. Бахрейн. Вместе с пальмочкой. Монетка. Пока откладываем. Чехословакия. 1961 год. 50 копеечек или галежиков. Откладываем. Так, тут должно быть еще что-то ценное. Надо искать. И мы найдем. Смотрите, какая. Республика Македония, 2008 год. С такой кошечкой симпатичной. 5 динарий. Я такую не встречал раньше, надо отложить. Опять попались от острова Мэна однопенсовики. Красивые в штемпельном блеске, откладываем. Вижу, опять нам попалась Доминикана, 1,10 песо. Тоже откладываем. Вот красивая монетка Чили. Она не очень дорогая, но красивая, 10 песо. 1981 год. Смотрите, какая тут девушка с крыльями. И надпись «Свобода» на английском языке. Десять пиастров Ливан, но уже близко к современному, он не такой ценный, не такой интересный, но можем тоже отложить из-за вот этого кедра. Мавритиус, 2007 год, 5 пенсов. Откладываем. Доллар гавайский, доллар ямайский, 10 долларов ямайских 2005 года, тоже надо отложить. Ну, долларов таких много попалось. Гибралтар 2013 года, очень красивый, 1 пенни. Остров Мэн, опять у нас 2 пенса, красивые. Бахрейн, 2010 год. Откладываем. Если почистить, монетка хорошая. Гана, 2007 год. Еще доллар гавайский, ямайский. О, смотрите, какая монетка прикольная. Филиппинская монетка. Панамская монетка. Одна Балбоа. Но так как она цветная, я предполагаю, что она какая-то юбилейная. И, наверное, мы ее отложим. Вдруг она окажется какой-то ценной. Вот в эту кучку залез, и тут хорошо. Чили опять у нас попалась красивая девушка. Значит, Джерси, 10 пенсов, красивые.
И теперь Тринидад и Тобаго, 2015 год, 25 пенсов. Ищем экзотику, ищем, так, Чехословакия, 25 галежиков. И еще Чехословакия, 70-й год, 1 крона. Бермуда, 1 пенни. Бермуда, 1 цент, 2007 год. Французская Полинезия, красивые 20 франков. Так, ну что же нам бы тут еще найти? А вот банк Индонезии, 25 рупий, но красивый, 71 года. Смотрите, какая птичка у них. Кувейт у нас кораблик, вот смотрите какой дальше идет. Теперь Бахрейна монетка одна. Тоже симпатично откладываем. Значит, опять 2 пенса от острова Мэн. Таких по 2 пенса у нас уже вот такая гора тут сложилась. Посмотрите сюда. Возможно, вам будет интересно. Это то, что я себе уже наоткладывал гору всего интересного. Непал. Красивая монетка из Непала. Откладываем. Смотрим дальше. Еще Бахрейн с пальмочкой, такой новенький, красивый, тоже откладываем. Однопенсовые монетки у нас остров Мэн и один пенс у нас от Гибралтара, тоже откладываем. Еще доллар ямайский. 10 долларов Ямайка, 2017 год. Тринидад и Тобаго, пенс 1 цент. В неплохом состоянии Барбадос, 2012 год, 5 центов. Уже показывал, не буду тут показывать вам, доставать лишний раз. Вот еще у нас похоже Кувейт, кораблик красивый, откладываем. Бразильская монетка, реал бразильский, смотрите какой красивый реал биметаллический, откладываем. Да, тут эта куча побольше, тут, конечно, нам больше рыться придется, судя по всему. Да, я сейчас сделаю паузу. Еще вот смотрите, у нас две монетки Ямайка, 10 долларов и 10 долларов разные года. Сейчас я сделаю паузу и поудаляю монеты, которые не очень интересные вообще, в сторону. Смотрите, 5 марок еще покажу вам. Берлин тоже пока отложим. Сейчас буду удалять такие, которые ходячка, которые не очень ценные. И ее удалю, и будем уже рыться среди более-менее таких интересных монеток. Потому что, чтобы это зря сейчас не перекапывать целую гору и по 1000 раз не просматривать все. Я решил не утомлять вас перебором, и уже последний как бы набор я сам перебрал, вам сейчас просто покажу, что в нем оказалось. Что мне понравилось, еще одна монетка попалась, у нас Занзибар. Занзибар, лев с львицей, 200 единичек занзибарских. Вот такая вот монета, однозначно неплохая, немного затертая, но все же неплохо выглядит и смотрится. Следующее, что мне понравилось, это несколько монеток из Брунея. Бруней
Видимо, выпускают небольшие монетки, потому что или мне попались просто номинала маленького. Смотрите, какие они маленькие. Видимо, король Брунея вот так вот на этой монетке. Или их главный президент Брунея, не знаю, кто там. Вот, а с обратной стороны они тоже красиво смотрятся. Тоже есть смысл отложить. Несколько монет получилось Ганны. Ганна красивая монетка. Вот у нас уже такие монеты попадались, а вот и поменьше монетки, в более качественном виде. И среднюю сейчас вам покажу. Интересно у них монеты, в общем. Так-то набор примерно все, что мы уже видели, все, что попадалось. Единственное, я хочу отметить несколько монеток, сейчас вы их увидите. Первая монета вот такая попалась. Это как юбилейная, судя по всему, я даже не знаю. 2008 года. 25 песо доминикана. А может быть, она не юбилейная, а просто такой номинал большой. Она такая большая, красивая, солидная. Но мне она нравится, однозначно себе отложу. Еще попалась у нас 10 рупий. Мавритиус, то же самое, у нас уже такая монетка была, но как бы мы ее тоже возьмем. Остальное тут все такое ходовое, то что у нас уже было, вот французская Полинезия не было, 10 франков 1992 года, неплохая монетка, можно тоже отнести к хорошим монетам, отложить. Папуа Новая Гвинея монета попалась первая и единственная в этой куче, по-моему, если я не ошибаюсь, если я где-то не пропустил. Ну, какой смешной зверек, похожий на ленивца, 10 центов, видимо, от Папуа Новой Гвинеи. Много попалось тут, опять же, монет... Много попалось монет Барбадоса. Вот они такие, тут несколько штук классные, и в общем и не одна, и не две. Сейчас я Барбадос отдельно сложу, так вы удивитесь, какая их куча. Вот они тут даже 4 штуки Барбадоса, красивые эти, с обратной стороны у нас трубы. Вот еще одна монета, буду потом разбираться, смотреть, сейчас плохо видно на ярком свете. Какая-то тоже похожа на юбилейную, но даже не знаю, 1999 год. Не знаю, насколько ценная, может нет. Решил пока тоже отложить. Еще монета Перу красивая. Пол Соло 1963 года. Они все такие обычно потертенькие того времени у Перу, потому что металл, видимо, не очень удачный, они подобрали, и монетки выглядят так себе. Но в целом очень даже неплохая презентабельная монетка. Еще вот Барбадос попался, монета Барбадоса 25 центов, 15 центов, красивая монета. Ну, в общем, такое все крупное, интересное вроде показал. Вот такую еще покажу монету. Это 5 бутут от Гамбии, 1971 год. Тоже красивая, неплохая монета, отложу. Остальные монеты вот таким общим видом я вам сейчас прогоню. Посмотрите сами, может быть, что-то прям ценное и интересное вы и увидите. Но мне кажется, что-то похожее мы уже в этой куче просмотрели. Поэтому уже на 5-10 раз одно и то же показывать, мне кажется, нет смысла. Вот, может быть, еще вот эту монетку крупно покажу вам. Один квача, 1992 год. Малави. Ну, очень уж утертая. И Кения, 10 центов, очень красиво. Просто покажу красивую Кению. 10 центов. Большая, красивая монета, тоже, мне кажется, стоит того, чтобы на нее обратили внимание. Ну и теперь давайте подведем итоги.
У нас примерно 2 килограмма отобранных монет. 8 килограмм монет, которые я продам, и 2 килограмма монет, которые я отобрал, и которые я буду продавать, скорее всего, отдельно. Не скажу, что поштучно, но наборами какими-то. Вот я сейчас вам крупно покажу и Бахрейн, и Кувейт. Из ценных монет, вот эти три монетки, которые вы видите, мне кажется, самые ценные, самая дорогая и самая удачная монета из тех, что у нас были, это один шиллинг, вот этот красивый в штемпельном блеске шиллинг от Гамбия 1966 года. Вот эта монета, она стоит примерно 10 евро. Это, наверное, лучшая монета со всего этого набора. Много редких стран и необычных, но по цене именно это самая дорогая и самая удачная монета, которая тут попалась у нас на этом обзоре. 10 килограмм экзотических монет. Следующая монета — треугольные 2 доллара от Cook Island. Мне тоже кажется, что монета неплохая, немножко она не в таком штемпельном блеске, не в таком качестве, как предыдущая, но свои там 6-8 евро или долларов такая монетка, скорее всего, стоит. Она красивая, необычной формы и необычная, так что ее тоже можно отнести к монетам подороже. Эту монету, я не знаю, отнес тоже к дорогим, но я даже не знаю, сколько она, наверное, 5 евро стоит или 5 долларов, но она мне понравилась, 20 долларов таких мексиканских или 20 песо мексиканских 1980 года. Очень красивый внешний вид, тоже штемпельный блеск, и тоже считаю, что монетка одна из лучших. Остальные монеты по разным ценам, я сейчас вам немножко их покажу, но цены разные, от 1-2 до 3 евро за монетку. Каких-то сильно дорогих или сильно ценных не попалось. Вот эту монету мы видели, это Либанон, или Ливан, с кедром и с кораблем, очень неплохая монета. Потом вот эту монетку бы обратил я на нее внимание, такой у нас слоник красивый от Зимбабве 2012 года. Смотрите, и герб красивый, и сама монета со слоном, мне кажется, очень удачная. Не знаю, сколько стоит, не смотрел, но тоже думаю, что неплохая цена на нее. Следующая монета — Ангола. Я не знаю, дорогая или нет, но я первый раз вообще вижу монету Анголы. Мне до сих пор не попадались они. Так что и к тому же она в штемпельном блеске, поэтому я бы ее тоже отметил и вам вот показываю для итогового выпуска. Что еще? Вот красивый 1 доллар с кораблем 2009 года. Тоже такой штемпельный блеск неплохой. Это у нас Бермуда. Монетка неплохая, блестит красиво. Можно отнести тоже к относительно ценным. Много вот таких вот монеток по одному пенсу от острова Мэн. И вот такие двухпенсовики тоже, вы сейчас их видите на экране. Что еще необычного? Необычная монетка Аруба. Это монета, я ее вам вверх ногами показываю, сейчас переверну. Она квадратной формы, 50 центов от страны Аруба. Тоже первый раз мне попалась в наборе на вес такая монета. И тоже считаю, что она неплохая и тоже можно отнести к относительно ценным монетам. 25 центавос, очень такой живописный вид у монеты, это Гватемала. Это Гватемала 1987 года. Подводя итоги, могу сказать, что эксперимент прошел удачно, монеты мне понравились. Более того, 8 килограмм монет уже проданы на момент записи этого видео. Эти 2 килограмма, что вы видите сейчас на экране, я буду продавать медленно и долго, поэтому их пока отложу в отдельную коробку. И теперь добавлю еще такой момент. Я договорился с продавцом, он мне еще 2 набора по 6 килограмм такого плана монет вышлет, и, наверное, на них обзор я тоже буду делать, но это будет уже позже. А чтобы не пропускать такие видео с интересными наборами, с экзотическими монетами, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Серебро Мания. А с вами был Анатолий, город Прага. Всем привет и удачи!